Выскажутся относительно конституционности решения парламента о введении режима ЧП. Запросы по этому поводу в Конституционный суд подали независимый депутат Октавиан Цику, а также народные избранники от ПДС Сергей Литвиненко и Вероника Рожко. Они опротестовали проект, принятый парламентским большинством ПСРМ и платформой «За Молдову». Подавшие в КС апелляции законодатели считают, что была нарушена правовая процедура выдвижения документа, поскольку с инициативой о введении чрезвычайного положения в парламент могут обратиться только президент либо полномочное правительство. Кроме того, авторы запроса говорят, что в принятых законодательным органом мерах нет никакой ясности, а расплывчатые формулировки оставляют открытым путь для злоупотреблений со стороны властей. Режим ЧП ввели 31 марта сроком на 2 месяца. Тогда парламентское большинство сослалось на ухудшение эпидемиологической ситуации и необходимость наделения дополнительными полномочиями действующий Кабмин в условиях кризиса.